Госпожа Тинубу, я хочу приветствовать вас в Беларуси. Очень хорошо, что вы приехали. Это будет интересное и очень полезное начало в нашем сотрудничестве. Я очень хотел бы надеяться, что после вашего визита состоится визит и президента, и ваших министров в Беларусь для того, чтобы мы теснее начали сотрудничать. Нам очень интересна ваша страна, и думаю, что мы будем вам полезны. Передайте, пожалуйста, господину Бола Тинубу мои самые добрые пожелания и скажите ему, что мы готовы его принять любое время, когда оно у него появится. Мы очень хорошо знаем ваши потребности, мы очень хорошо знаем ваши возможности, еще раз подчеркиваю. Для нас это очень важно, и мы можем значительно помочь вам, как и вы нам окажете значительную помощь в развитии. Мы готовы вам оказать помощь и поддержку как в развитии промышленности, так и в развитии сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, особенно производстве продуктов питания, а также готовы создавать у вас совместные предприятия по производству различных видов техники. Мы готовы подключиться к подготовке специалистов разных отраслей в вашей стране, в нашей также, а также более глубокому сотрудничеству в сфере образования. Я бы просил вас передать Бола Тинубу мою просьбу об организации визита нашего министра иностранных дел в вашу страну, чтобы выработать план нашего сотрудничества. Там же вы сможете у себя в столице, на родине, определиться и по дальнейшим контактам наших специалистов, наших членов правительства с вашими специалистами и членами правительства. В общем, тот план, который будет выработан у вас на родине нашим министром и вашими специалистами, будет неукоснительно соблюдаться, в том числе и мною. Очень важна для нас сфера гуманитарного сотрудничества. Хорошо, что вы приехали к нам, побудете на Славянском базаре, увидите нашу и славянскую, в том числе российскую, культуру. Возможно, в следующем году вы немножко культуры своей привезете к нам. Thank you, Mr. President. I bring you warm greetings from my husband. И позвольте мне передать наиболее теплые пожелания от моего мужа, господина президента. Благодаря ему, без его разрешения я не смогла бы приехать, поэтому спасибо за такую возможность ему. Это мой первый визит в Республику Беларусь, и я хочу поблагодарить вас за особое гостеприимство, которое мне было оказано. Рассчитывала я, правда, на небольшие каникулы, но мой визит оказался очень насыщен встречами. Ну вы домой не торопитесь. Каникулы растянуты. Я обещаю, что вернусь. Уже с первого дня нашего визита у меня было несколько встреч с разными группами людей, но больше всего меня впечатлил Белорусский союз женщин. У нас была встреча с министром образования, и мы обсудили несколько идей о сотрудничестве, с которыми мы можем двигаться дальше. С утра у нас состоялась встреча с госпожой спикером парламента, и эта встреча прошла также очень плодотворно.